Здравствуйте, друзья! Из названия ролика вы уже, наверное, поняли, что речь пойдет про компьютерные процессоры и про медь. Кто-то, наверное, подумал, откуда медь-то в процессорах, сколько ее там. Вот, ну давайте. В общем, у меня тут скопилось кое-какое количество процессоров, и я хочу как бы их пересортировать, ну и заодно забрать с них медь. Ну, вот, покажу примерно экземпляры, какие попадаются. Это вот старые. Керамические я, конечно, показывать не буду. Ну, вот такой еще. В общем, еще вот про вот эти два, что хотел сказать. Вот сколько смотрел в скупках в близлежащих городах, они как бы идут по одной цене. То есть, там, 1200 или сколько, 1500. Вот. А на самом деле, вот этот процессор намного богаче, чем вот этот. У этого вот только ножки. А здесь еще помимо ножек, вот под этой вот керамической крышечкой, находятся волоски и дорожки. Довольно много. Он даже вот, наверное, ближе к мостам. Вот из-за вот этой вот штуки. Вот. Ну и я отсортирую. Беру вот такие отдельно. Вот такие вот отдельно. Такие вот, ну, то есть, без крышки вот здесь, где только ножки, уберу тоже отдельно. Потом вот такие вот. Это, наверное, самая сейчас, ну, современные процессоры идут. Самая, наверное, дешевая категория. У них ножек нет, у них только вот такие пятачки. Но вот эта крышка, она медная. Как вот у этих, вот у этих. Но вот эти отличаются вот от этого еще тем, что у них есть вот ножки. Вот этот и здесь вот тоже. Вот крышки я сниму, а текстолит оставлю, ну, скину вот к этим. Почему медь? Вот, вот эта крышка я оторвал, то есть вот так вот она выглядит потом. Вот она, ножки эти, и вот она крышка. Вот я напильником немножко пошоркал, это медь. Сейчас вот магнитом. Вот еще один открыл большой. Тоже вот снял крышку, она потяжелее. Здесь еще вот что есть. Позолоченный пятачок. Здесь вот он нагревался, что аж вот кишки все прилипли к крышке. Вот такие с желтыми я тоже, наверное, отдельно отберу. Ну а вот эти, соответственно, ножки к этим. Ну и этот такой же вот, только с целой крышкой. Вот, сейчас я достану процессоры все. Ну, покажу, сколько у меня их. И мы вот эти крышки поснимаем и взвесим, сколько получится их. Я даже сейчас вот весы поставлю, мы взвесим вот эту большую, вот эту маленькую. Ну и вот от этого сразу сниму сейчас, чтобы их три было, так как три разновидности. Взвесим, сколько каждая весит, потом достану все процессоры. И посмотрим, ну, вообще процессоры другие, отберу их на категории. И потом отделю крышки, взвесим крышки. Снял вот крышку вот с такого, ну, который без ножек. Он как тут выглядит. А здесь тоже крышка имеет вот позолоченный квадрат. То есть у большого, у маленького. И вот все на столе крышки поснимал, вот у большого, у другого. Видите, уже квадрата нет. И у этих также. Квадратов нет. Сейчас достану весы, мы их повешаем, взвешиваем. Ну и посмотрим, сколько какая весит. Потом будем осмотреть остальные процессоры. Достал вот весы. Ну, давайте попробуем вот с маленькой крышки. 14 грамм. Ну, по идее, вот сейчас еще одну такую же добавлю. Должно быть 28 грамм. Да, вот третья. Четвертую отдельно давайте. 14 грамм маленькие весят. Потом большая от большого. 31 грамм. Вот. Теперь вот еще позолоченную. Ну, тоже 31. И маленькая от современных. 17. Ну тут, наверное, вот из-за квадратика этого чуть больше весит.
Вот, ладно. Сейчас я достану все процессоры, покажу, сколько их, и буду потихоньку крышки отделять. В общем, вот такое вот количество у меня процессоров скопилось. Вот. Ну, сейчас я их все высыплю и покажу. Керамических тут нету. Все уже более свежие, чем керамические. Не знаю, посмотрю, может где-то что-то и завалялось. Вот такие вот есть. Это вот Pentium 3, который, видите, Intel. Вот. Еще вот одна такая же. Ну вот они как выглядели на материнской плате. Они вставлялись вот так вот в разъем. Здесь вот под крышкой вот процессор находится вон там. Вот еще один. Такой же, но чуть-чуть другой. Вот Pentium 2, кстати. Ну все, я сейчас сортирую. То есть вот такие без ножек отдельно. С ножками вот такие отдельно. Покажу, сколько получится. Ну и вообще все вот такие отдельно. Такие вот отдельно. А потом оторву крышки, ну и посмотрим, сколько с них выйдет меди. Рассортировал процессоры. Вообще получилось вот три кучки таких, где только ножки старые. Потом вот эти вот как типа мостов с ножками. Обнаружил еще одну категорию. Типа таких же по размеру. Также выглядят. Но с этой стороны еще есть крышка медная. В общем, тоже можно будет поснимать их все. Потом вот это вот современные уже, которые идут. Ну как современные, там они с 4-го, 5-го, не знаю, 6-х годов. Вот эти вот. А эти вот первый, второй, там 2001, 2002, 2003, короче, с ножками. То есть с крышкой медной и ножками. Потом обнаружился один вот такой вот еще. Медная крышка, но нет ножек. То есть он на шарах был. Потом вот такой вот. Смотрите. Intel Pentium 4, то есть это нулевой год, 2000 год. Ножки есть. А процессор как бы припаян, вот смотрите, сверху. То есть он то ли под старые какие-то разъемы был, то ли что. Вот. Вот эти маленькие. Это процессоры от ноутбуков. Вот. Вот эти вот. Это процессоры AMD. То есть от старых до, ну, самых новых. Вот. Кстати, вот эти вот. Чьи процессоры это? Интеловские тоже. Вот. Потом вот такие вот еще попадались. Но это уже с промышленного какого-то компьютерного оборудования. То есть видите, здесь как бы тоже есть, скорее всего, волоски, дорожки. Вот. У всех тут такая история. Такие вот. Они все на шарах, правда, без ножек. Такие вот черные. Это тоже крышки медные у них. Здесь вот пластины вот эти. Вот видите. Ну вот их тут еще разновидностей несколько. Потом вот эти хотел показать. То есть нашел среди всех процессоров. Ну вот он. Уже отпаянный. Вот он на шарах тоже был. Ножек нет. И здесь похоже тоже волоски и дорожки под керамикой. Вот. И еще вот один. Вот она, крышка медная. А здесь вот похоже тоже волоски и дорожки. Так, что сейчас делаю я? Я сейчас начну вот с этих отделять крышки. Потом эти. Ну и когда уже останутся с этих, с этими я ничего не буду делать, так и оставлю, пусть пока лежат. Здесь уже только ножки забирать. С этих тоже крышки посниму. Вот. И вот с этих тоже. Вот эти вот AMD-шные, что-то их почему-то вообще мало получается. Вот по отношению, смотрите, сколько интеловских. Столько, столько. А AMD-шных вот всего горка. Но у них зато самые тяжелые крышки по 30, по
почти 2 грамма у каждого. Вот, все, крышки сейчас снимаю и потом взвешиваем, сколько получилось меди. В общем, попробовал я, ну, когда их отделяешь просто механическим способом, кристалл получается остается прилипший к медной крышке. Вот, если их, ай, горячий, если их, ну, отпаивать, то кристалл отходит. Ну вот, 3 штуки разобрал, все желтые внутри. То есть получается вот эти вот, наверное, все внутри желтые. Вот разобрал все вот эти вот AMD-шные процессоры большие, которые с большой крышкой. Их получилось 33 штуки. Вот, вон крышки от них, вот она стопочка, довольно-таки тяжелая. Вот, из этих 33 штук, у 5 штук есть позолота на крышке с внутренней стороны. И вот смотрите еще, как отличается. Вот эти вот 4, это старые года, середина 2000-х. А вот этот процессор был 2011 года. Видите, тут вот архитектура аж процессора вся наружу вылезла. То есть намного больше, заметьте, кристалл. Вот еще что хотел спросить. Что делать вот с ними? Просто закинуть в медь? Или все-таки попробовать забрать вот это вот желтое покрытие? Эти вот отпаял. Так вот выглядят теперь. Есть ли смысл заморачиваться? Что вы с ними делаете, с такими? В общем, разобрал я все современные уже процессоры, вот начал вот эти вот, которые Pentium 4, маленькие, с ножками и крышкой. Современные процессоры, наверное, 95% у всех крышка желтая. То есть вот смотрите, сколько тут получилось. А вот у этих, ну, наверное, 50 на 50, может быть, 60 на 40. Белая, то есть вот с них только чистая начала расти горка меди. У тех, наверное, ну, штук 5-7 всего было там белых. Остальные все вот крышки были желтые. А у этих наоборот, как бы белых больше, желтых меньше. Так, ну все, разобрал я вот эти все процессоры. Сейчас закину процессоры в пакетик. Остались только вот эти вот, ну, с радиаторами. Вот этот один, вот этот. Ну и все. Эти сейчас закину, вот такая горка получилась, и взвесим, посмотрим, сколько вышло со всех вот этих вот процессоров. Это без желтых, желтые отдельно взвесим, я пока их оставлю. Вот количество радиаторов довольно-таки тяжелое. Два 400 получается. 2,5 килограмма меди. И сейчас взвесим желтые. В общем, получилось 2,5 белых. Теперь с позолоченными крышками сейчас закинем. 2,400 там. Посмотрим, сколько этих. Руки в термопасте уделал. Большие тоже закинем.
Так, вот весы, вот пакет. И тут еще почти 2 килограмма, 1,9 кг. В общем, с радиаторов от процессоров вышло 2 300, ну так, грубо скажем так. Сейчас еще вот эти вот поснимаю, вот этот, посмотрим вообще, что там под крышками. Вот этот тоже. И отпаяю один у Pentium, третьего, второго, третьего вот эту крышку, посмотрим, что внутри. Так, вот поснимал с крышки вот с этих старых. Они, в принципе, как бы так вот особо ничем и не отличаются. Вот, год 2000 у них. Intel тоже, Филиппины. Вот, все одинаковые. Крышки все белые. Потом разобрал вот этот, который был на шарах. С крышкой. Ну, вот он выглядит вот так вот внутри. Крышка тоже белая. Так, потом этот я решил оставить как есть. Ну, интересный такой. Вот, потом вот отпаял один от Пентиума третьего, то есть вот. Вот этот вот. Крышку отпаял. Ну, не конкретно такого, здесь крышка побольше немножко. Смотрите, здесь тоже горячая еще. Есть позолота. Ну, вот олово растеклось, конечно. И вот сама крышка с внутренней стороны. Не знаю, что это, позолота или... Нет, это, наверное, не позолота. Вот. Сейчас вот эти еще взвешу. Ну и, в принципе, как бы, наверное, все, что я хотел показать в этом видео. Все, давайте последние вот эти крышки взвесим. Так, вот весы по нулям. Давайте одну сначала попробуем. Ну, почти 14. Ну, примерно одинаково, короче, вес у них там у всех. Маленьких. Вот еще 269 грамм. То есть там было 5300, 5500. Ну, почти 5700. Почти... Короче говоря, грубо 6 килограмм. Чисто крышек вот этих вышло. Это вот современные остатки. Вот эти вот процессоры я добавлю вот к этим. То есть, ну, с которых снял радиаторы и у которых есть ножки. У этих тоже есть ножки. Вот, ну, эти типа мостов с ножками еще. Эти просто ножки. В принципе, их тоже можно объединить вон с теми. Вот, вот такое получилось видео. Всем спасибо за просмотр. Да, и кстати, раз уж это видео про процессоры, вот еще один вариант, смотрите. То есть вот на типа таких. Ну, этот припаянный, правда, на шарах там. Смотрите. То есть обычный вот такой процессор с ножками. Вот он так вот сгибается. И вытаскивается. Тоже вставлялся. Селерончик. Нулевой год. 2000-й.